машине ехать, чтобы тоже помочь. Так я же больше 50-60 сейчас не езжу. Вот время покатки. Такое вот время интересно. Мужик вообще, в принципе, нарушил. Обогнал меня в притык прямо по косы. Так делать нельзя, а в старинной ситуации создал на перенос. Немцы, дом, я 55, я не нарушаю. Ветер сегодня сильный, ужасный, лицо, шлем, зла, советский еще. Хочу сегодня съездить в деревню, где там на хуторе, посмотреть, как там, чего. Я там давно не был, там еще пчелы стоят. Пасек 400 метров. Значит, с обратно, видите, с вами получится разбой. Тут заброшка интересная, хочу поснимать. Мотив вообще что-то хорошее, вот реально растут маленькие. Мне на БМВ ездить дорога будет, да и вообще там без дороги реально. А в мотиве самотлон. Мотив есть мотив, что оно вообще нужно. Он идет, он и больше идет, я уже вообще руль держу, газ совсем чуть-чуть там нажимаю. Вот такой альф необычный, да, здесь 110, по документам 45, да и 7 лошадиных сил, как-никак. Такой необычный альф, турист, версия. Мощи хватает, можно выдавливать. На вкатке я больше 25-60 не хочу ездить, просто я не хочу. Как пройдет обкатка, потом все остальное будет. Это вторая замена масла скоро. 300 километров. 500 грамм масла будет, сюда не снимается. Мне нравится. Я доволен обедом. А тут это надо было как рачинский был. 25 будет, 110. 120. Вот вполне хорошо. Нравится. Лошадка почти ключик. Мне нравится. Часть большой, вешу 16 килограмм. В принципе, 150 грамм подъем, мне нравится. Я не хочу чем-то сидеть. Запись остановим, потом включу уже где-нибудь дальше. Ну, опять очень хорошая. Реально, я вот рад. Грибников, может быть, здесь на городских.